Сигнал бедствия был только что запущен с острова Понти-Бенди. Фенни, заводи Нептуна, Элвис уже едет. Произошло из-за течения. Они ищут нас на острове. Но мы же здесь. Нашел? Нет, Пенни. Сэм, на острове их нет. Они не могли далеко уплыть. Вы ищите здесь, а я поплыву на север. Мы здесь! Ты же не думаешь, что мы тут застряли? Не думаю. Ведь Сэм и команда ищут нас. Они найдут нас. Говорил же! Это Бен и Ханна. Я их нашел. Мы уже плывем. Это моя вина, Сэм. Я должен был остановиться, когда повредил плечо. Ну, все мы иногда не рассчитываем силы, Бен. Хорошо, что с тобой была Ханна. Ты в порядке, Ханна? Ой, я не закончила гонку. Тогда плыви. Закончи задание. Правда? Ну, мы ведь за ней присмотрим. Давай, Ханна! Мчись, как ветер! Конечно, смогла Ханна. Мы знали, что ты справишься, верно? Да. Давайте все вместе поприветствуем нашего нового победителя гонки на байдарках. Ханну! Ура! 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 Все готово. Спасибо, Элвис. Мы оставим детали здесь, пока их не заберут. Простите. Еще деталь. Леди, пушистые лапки и Норман упали в реку. Леди, пушистые лапки и Норман упали в реку. Элвис, возьми Сатурна! Они плывут по старому. Мы не скучаем. А Тревор съел мою сосиску. Не волнуйтесь, мы их найдем. Завожу Сатурна. Вон он! Норман, хватайся за это! Прием, Элвис! Норман у нас, но я не вижу собаку! Сатурн нашел Леди Пушистые Лапки и ее относит прямо в океан. Мы не успеем. Успеем, если срежем путь.
Приготовься, Бенни! Поймала! Прием, Элвис! Леди Пушистой Лапки в безопасности и очень довольна. Норман, знаешь, если животное попало в беду, хозяину не стоит пытаться его спасти. Надо звонить в спасательную службу. И никогда не играй возле воды, если рядом нет взрослых. Простите. Зато ты показал, что тебе не все равно. Может быть, ты и готов завести собаку? Ну уж нет. Собаки непослушные. Говоришь им одно, они делают другое. И всегда попадают в какую-нибудь беду. Кого-то это мне... Что потрясающе? Где? Спасибо. Это я сделала. Итак, кто хочет поиграть в мои игры? Да. Я! Что угодно, кроме мумий. Ну, эта игра будет называться «Прицепи хвост черному коту». Кто-нибудь еще чувствует дым? Мой домик! Моя мышь! Здесь так хорошо и спокойно. В кафе пожар! Стойте, надо позвонить пожарному Сэму. Бип-бип-бип! Бип-бип-бип! Сканирую помещение. На кухне чисто. Старший офицер Стил больше не пытается украсть наши яблоки в карамели. Да, он вон там, Элвис. Пожар на детском празднике в кафе «Пол рыбы». Пожар на детском празднике в кафе «Пол рыбы». Пожар все сильнее. Ребята, срочно ложитесь на пол. Как можно ниже. Давайте, делаем, как говорит Бенни. Дверь заела, и дети застряли внутри. Элвис, бери шланг, а я возьму лом. Пожарный Сэм. Запас воздуха 100%. Готов, Элвис? Пожарный готов, Элвис. Сэм. Запас воздуха 100%. Сэм, отойди! По одному! Беритесь за руку и не поднимайтесь! Вот так, Мэнди, иди ко мне. А где Сара и Джеймс? Все дети вышли, сэр. Никому не подходить, пока мы не разберемся с пожаром. Электричество. Бенни, возьми на себя 100%. Второй этаж. Хорошо, Сэм. Выключил, Сэм. Сэм, получилось. Я выбрался из формы для спасения животных и готов тушить пожар. Прости, Элвис, уже поздно. Мы уже закончили. Стойте, еще не поздно.
Ты о чем, Ханна? Я запихнула так много пиццы в нашу духовку и включила ее на полную мощность. О, нет! Она тоже могла загореться. Уже лечу! Запас воздуха 100%. Дом обесточен! Мне очень-очень жаль. Ведь это я заставил запихнуть так много пиццы в духовке. Кажется, немного раскомандовался. Немного? Я знаю, что ты хотел помочь дедушке, Джеймс. Но нужно было попросить помочь маму или папу. Прости, Сэм. Мне надо было за ними лучше присматривать. Теперь у дедушки не будет угощения для праздника на станции. Кажется, я знаю, где можно будет раздобыть еду. Надеюсь, пожарный Сэм скоро нам что-нибудь принесет. Я тоже. Так есть хочется. А, вот и Сэм. Интересно, что он нашел? О! Ну, ничего себе! Не может быть. А, Белла лазанья! Белла лазанья? Белла лазанья? Как здорово снова вас увидеть! Когда мне позвонил пожарный Сэм и рассказал, что случилось, я сразу же разогрела свою духовку. И сделала угощение на всех. Ура! С таким туманом искать дома равносильно тому, что искать иголку в стогу сена. Видимость ограничена. Так что сбросим скорость и сначала поищем вдоль восточного берега острова Понти-Пенти. Куда мы едем, папа? Мы с вами поможем искать Тома. Видимость хуже, чем я думал. И ветер довольно сильный. Моторная лодка? Я здесь! Эй! Я здесь! Я здесь! На радаре ничего не видно. Лодка Тома может быть слишком маленькой для него. Просто смотрите и слушайте внимательно. Они меня не слышат. Эй! Я нахожусь здесь! Эй! Я нахожусь здесь! Эй! Все бы отдал, чтобы оказаться на своем вертолете. Ветер дует на северо-запад. Прилив дает отклонение на 3 градуса. Плюс не забываем о подводном течении. Вот. Том должен быть здесь. А Сэм его ищет здесь. Он совсем не там. Не там? Сэм! Прием, Сэм! Чарли, слушаем тебя. Вам нужно сменить курс. Том должен быть западнее острова Понти-Пенди. И довольно далеко от берега. Ты в этом уверен, Чарли? Я много лет здесь рыбачу, Сэм. Я уверен настолько, насколько любой рыбак из Понти-Пенди. Пенни, Бен, вы слышали, Чарли? Меняй курс. Хорошо, Сэм. Держитесь, дети. Том и правда будет там, где ты сказал? Надеюсь, Сэм. Очень надеюсь. О. Не знаю, сколько я еще смогу выдержать. Мотор? Это лодка. Эй! Эй! Да! Отлично! Вы нашли меня! Забирайся, Том! О, спасибо, ребята. Я думал, мне придется плыть к берегу. Благодари Чарли. Он сказал, где тебя искать. Привет всем! Спасибо, Чарли! Если бы не ты, я бы все еще был в море. Ты мой спаситель. Кажется, день не такой уж неудачный. Наш папа самый лучший. Он самый классный на свете. Если согласен, включай сирену. Я
Рада вам сообщить, что радар на 100% здоров и доволен. Ура! Но я так и не понял, Лиззи, почему он был такой грустный в последнее время? Я понятия не имею. Отлично, мальчик! Ты заслужил свою любимую шоколадку! Нет, Элвис! От шоколада собаке может стать очень плохо. Скажи-ка мне, ты часто его так угощаешь? Ну, нет. Да. Может быть... Тайна раскрыта. О! Тревор Эванс висит на краю утеса. Тревор Эванс висит на краю утеса! Пенни, мы с тобой поедем на Венере. Элвис, попроси Тома завести вертолет. Хорошо, Сэм. Вперед, мой мальчик! Я горжусь тобой! Держись, Тревор! А вот и пожарный Сэм! Вижу его, парень! Ну и дела! Поймал! Тебе нужно быть осторожнее, Тревор. Ты мог сильно пострадать. Ты прав, Сэм. Думаю, больше не буду лазать по деревьям. Это из-за меня ты оказался на этом дереве, Тревор. Прости, пожалуйста. Мы просто искали лису. Лису? Прости меня, мама. Я решила, что раз лиса похожа на собачку, то она и вести себя так же будет. Поэтому открыла клетку, и она убежала. Ты об этой лисе? Да. Об этой. Мы с Норманом пытались ее найти, но ее нигде не было, и... Она вернулась? Она нашла дорогу домой. Кажется, она не хотела пропустить время обеда. Ну, кажется, все довольны. Получается, что моей вины здесь вообще нет. Погоди минутку. Это ведь ты сказал, что лисы как собаки. Ну, может, не конкретно это? Или, может, я говорил о других животных? О волках? Панда, рыба, единороги! Если вдруг пришла беда, если помощь вам нужна, знайте, есть пожарный тот, что на выручку придет. Скорее пропусти, ведь это...